Ирина Цивина скончалась в ночь на 18 апреля. Последняя жена Евгения Евстигнеева жила вместе с сыном в московской квартире. Актриса, сыгравшая в сериале «Кадетство», не выносила одиночества, поэтому старалась часто видеться с друзьями. Многие из них до сих пор не могут поверить, что в понедельник звезду кино проводили в последний путь. «Ира – это очень большая часть моей жизни. Она веселый, жизнерадостный, красивый, добрый и талантливый человек. И ее преждевременный уход такого просто не может быть. Я до сих пор не могу это уяснить для себя. Когда мне сообщили, я подумала, что это очередная неудачная шутка. Последнее время мы с Ириной не часто общались, можно сказать, не общались. Но я всегда знала, что она рядом, и она знала, что я рядом. Сейчас я очень сожалею, что позволила себе так удалиться от нее. Может быть, этого не случилось, если бы я была рядом», — рассказала Татьяна Васильева, знавшая Цивину много лет. По мнению 72-летней актрисы, в последнее время Цивина не пила алкоголь, поэтому вряд ли именно он стал причиной смерти Татьяны Васильева. Фото. Кадры с программы Цивину обнаружил ее сын Евгений. Молодой человек озвучивал несколько версий, как это произошло. По одной из них, он вернулся домой и нашел ее на полу в коридоре, по другой обнаружил тело в ванной с разбитой головой. Редакторы программы «Пусть говорят» отправились в квартиру Ирины, а также пообщались с Евгением, ее директором и помощницей. «Они рассказали нам такую вещь. Женя вернулся домой в 3 часа ночи и увидел, что мама моет посуду. Он хотел обнять маму, но она начала на него наклониться. Тогда он понял, что мама умерла. Был в шоке полнейшем, сразу начал делать искусственное дыхание. Потом вызвал скорую. При этом Женя сказал, что мама разбила голову. Но, когда мы приехали в квартиру, следов крови не было. Только в кошачьей миске рядом с раковиной была помутненная вода розового цвета. Когда помощница директора увидела, что мы обратили на это внимание, она тут же побежала мыть эту тарелку и наливать новую воду», — рассказали сотрудники телешоу. Сын Ирины Цивина Евгений жил с матерью. Фото. Инстаграм. Многие другие знакомые Цивиной утверждают, что Евгений вел себя слишком спокойно после смерти матери. По словам Ксении Хаировой, он выспался на следующий день и пошел в бассейн. «Я позвонила, чтобы спросить, не надо ли что-нибудь сделать. Но он ответил, что у него абсолютно все в порядке, делать ничего не надо, и задействованы очень серьезные люди. Я спросила, Женя, что это было, он сказал, я пришел, мама лежала в луже крови», — поделилась актриса. Известно, что Евгений обнаружил мать вместе с другом. Это парень был в квартире актрисы, и на следующее утро. Об этом сообщили редакторы телешоу, отметив, что, вероятно, ребята употребляли алкоголь. «Нас очень сильно смутил тот факт, что, когда мы приехали на ту квартиру, там был совершенно непонятный какой-то молодой человек. Он в абсолютно нормальном, даже веселом состоянии сидел в другой комнате. При нас он сходил в магазин, принес огромную сумку с алкогольными напитками, мы это видели». Со слов директора Ирины Константиновны, она очень переживала за ее состояние, так как последние 2 дня актриса находилась в депрессии из-за этого друга Жени, которого он привел жить к себе. «Нас поразило, как молодой человек распоряжается всем, что есть дома», — как своим рассказали редакторы программы. По последним данным, смерть Цивиной не носит криминальный характер, у звезды просто остановилось сердце. Ирину похоронили на Троекуровском кладбище. Класс пост. 615 725 подписчиков.